хороших и теплых выходных. Будьте здоровы и до новых встреч. Одиннадцатого октября по адресу Бриви 49/53 открылся центр обслуживания клиентов для рижан. На сегодня его посетили 7000 человек, из которых 800 обратились по вопросам, связанных с деятельностью предприятия Рикос Уденс. До сих пор параллельно продолжали действовать его центры в Кенгараксе на улице Индрупес и на бульваре Мейровица. Но с декабря останется лишь один центр на бульваре Бривибас. Хочу напомнить, что клиенты Рикос Уденс могут звонить и по бесплатному телефону 8-300-21-22. Прежде чем вы поедете в центр обслуживания, уточните, какие документы брать с собой для решения того или иного вопроса. Рикос Уденс предлагает новую услугу – запись на техническую консультацию. Это значит, что назначив конкретный день и час, вы можете получить ответ от специалистов. Чаще всего это бывает связано с проложением водопровода или канализационных сетей. На сайте www.rikosudens.lv вы найдете много полезной информации о том, как можно заключить договор с предприятием, уведомить о показаниях счетчиков воды, узнать о качестве воды, а также о том, где ведутся строительные и аварийные работы, и посмотреть ответы на часто задаваемые вопросы. Однако представители Рикос Уденс предупреждают, надо понимать, в каком случае вопросы надо решать в центре обслуживания этого предприятия, когда это будет компетенция фирмы, обслуживающей тот или иной дом. Мы свою услугу создаем до входа дома, где находится наш центральный счетчик. По внутренним сетям это уже ответственность, по большому счету, Рикос нам Парвелснекс или хозяина частного дома, многоквартирного частного дома. Клиенты Рикос Уденс внесены в единую базу данных, и поэтому в любой момент, получив от них заявки, специалисты предприятия могут увидеть и просчитать все варианты возможных работ, связанных с доставкой воды или прокладкой канализационных сетей. Продолжение следует...